Ежи Великобритании в беде. По данным специалистов, число этих млекопитающих за последние 10 лет сократилось в стране на 30%. В общей сложности ежей в Великобритании осталось меньше миллиона. Эксперты говорят, эти животные должны преодолевать большие расстояния в поисках пищи. Однако преградой становится изменение окружающей среды. Фрагментация территории. Люди возводят заборы, которые ежи не могут обойти. Им нужна возможность проходить через множество разных садов. Это крайне важно. Кроме того, сокращаются места, где они ищут корм. Люди асфальтируют садовые участки, а также строят стоянки. На сокращение популяции ежей влияет и использование людьми пестицидов. Природозащитники призывают предпринимать ряд мер, чтобы сохранить численность этих животных. Первое – это делать небольшие отверстия в заборах. Второе – оставлять на задних дворах ветки и листья, в которых ежи спят и строят гнезда. Кроме того, британцев призывают очень осторожно разводить костры. Огонь также нередко становится причиной гибели ежей.